предлагаю вам сегодня приготовить необычайно вкусную рыбку по классическому испанскому рецепту. Блюдо получается ароматным и сытным, а самое главное, невероятно вкусным. Читайте рецепт и пробуйте. Хек по-галисийски – универсальное блюдо как для обеда, так и для ужина. Его достоинство в том, что это и гарнир, и основное блюдо сразу, а еще оно невероятно полезно, так как готовится фактически на пару. Попробуйте, вы просто пальчики оближете. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Первым делом необходимо разморозить рыбу, очистите ее от кожи и всего лишнего, выдавите в рыбу сок из половинки лимона, посыпьте специями для рыбы и посолите, оставьте мариноваться. 2. Очистите лук и картофель, лук порежьте полукольцами, а картофель – кружочками. 3. Слегка обжарьте лук на оливковом масле вместе с выдавленным через пресс чесноком. 4. Когда лук станет слегка мягким, добавьте к нему картофель, лавровый лист, соль и красный перец, залейте водой, так чтобы она покрывала овощи, и доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 5 минут. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Через 5 минут добавьте стручковую фасоль, тушите еще 5 минут под крышкой. 6. Через 5 минут снимите крышку, выложите поверх овощей замаринованную рыбу и посыпьте все горошком, тушим 20 минут с открытой крышкой, до готовности рыбы. 7. Блюдо готово. 8. Выложите на тарелки и подавайте. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Хек 1 килограмм, замороженный. Картофель 3 штуки, крупный. Репчатый лук 2 штуки. Стручковая фасоль 200 грамм, замороженная. Горошек 150 грамм, консервированный. Чеснок 3 зубчика. Лимон 1/2 штуки. Красный перец 2 чайных ложки. Приправа 1 столовая ложка для рыбы. Соль по вкусу. Лавровый лист 2 штуки. Оливковое масло по вкусу. Количество порций 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, до новых встреч!